Берлинская полиция сегодня помешала знакомству президента США с украинским движением «Фемен». Полицейские жестоко скрутили нескольких девушек, едва успевших раздеться. Активистки призывали Барака Обаму обратить внимание на нарушение прав женщин на Ближнем Востоке. Одной из них, несмотря на все усилия немецких стражей правопорядка, все же удалось засветиться, пока ее тащили в автозак. Еще около десятка других акций протеста проходили сегодня в столице Германии в течение дня. Члены организации Amnesty International потребовали закрытия лагеря в Гуантанамо, пройдя по улицам Берлина в оранжевой одежде заключенных. Вышли на улицы с плакатами Брэдли Мэннинга и Эдварда Сноудена и немецкие пираты, представители пиратской партии Германии. Также возмущены американской программой прослушки. Они заявили, что хотят напомнить президенту Обаме о том, что когда-то Декларация независимости провозгласила, что свобода граждан превыше всего, а теперь западные страны превращаются в полицейские государства.